Наверное, для этого. И для этого я беру гитару в руки, потому что я бы хотел еще спеть песенку из моего нового альбома, который называется «Рассказ подвыпившего бомбардира». Он выйдет в январе месяце. Райшли Сейс помогает мне писать пластинку. Сейчас попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Баллада о книгах. Ну и на этом мы заканчиваем нашу встречу, потому что к тому, что сказал Михаил Сергеевич, не прибавить, не убавить. А завтра у нас с вами в гостях Костя Эрнст. Всего вам наилучшего. Теряя яви якоря, я миру книг благодаря, живу на свете этом энное столетие. Дышу мечтой, вот первый мой портретный штрих, любовь второй, а чье-то мнение обо мне, то дело третье. И все ж уверен я в простом, любой из вас, взяв с полки том, не может зову мира книг не подчиниться. И вот глядишь, уже летишь в другую жизнь и ощутишь чужие чувства, и закроет яви страница. Я Леонид, передо мной проход один, ответ простой, и со щитом, и на щите, но с сердцем чистым. Пусть персов тьмы не перечесть, свободна Спарта, значит честь жива в спартанцах, да к тому же нас тоже 300. Летят мгновенья на часах, я Д'Артаньян и на весах, любовь и долг, борьба, где шпаги, довод, весок. Один за всех, к чему ж тянуть, нас не согнут, так в добрый путь, иначе как же королева без подвесок. И вот читает паренек, что смерть ему и в чем упрек, пред ним толпа врагов от страха оробела. Или, мечтая лишь о ней, себя он чувствует, как Грей, или командует фрегатом Арабелла. Я в наступление водил, я побеждал, я проходил, а Аустерлиц сквозь виск картечи и шрапнели. И, повинуясь ритму строк, воображаемый курок взводил, как Ленский я, и дрался на дуэли. Пусть небеса, свершив свой суд, мне за мечтательность несут лишь миг добра, но зла извечные интриги. У Бога милость не прося, пусть я теряю все и вся, на этот случай остаются в жизни книги. На этот случай остаются в жизни книги.